Лучших специалистов отрасли поздравляли Минмелиотхозе Дагестана. Мероприятие приурочили ко Дню мелиоратора. Отличившихся в работе отметили почетными грамотами. В числе награжденных руководители филиалов, а их республики 24. Мелиораторы-обходчики, инженеры-гидротехники, механизаторы. Именно благодаря их работе аграрии вовремя обеспечены поливной водой и могут получать рекордные урожаи риса или винограда. Напомним, что Дагестан – один из крупнейших регионов орошаемого земледелия в России. На его долю приходится около 10% всех орошаемых земель в стране и 20% на Северном Кавказе. За последние годы отрасль сделала значительный шаг вперед. Это стало возможным благодаря успешной реализации государственных программ развития мелиорации, а также тесному взаимодействию с сельхозпроизводителями. Площадь орошаемых земель в Дагестане составляет 396 тысяч гектаров. Это золотой фонд республики.